Выставка-ярмарка «Золото летней столицы» заслуженно считается одной из самых популярных выставок, поэтому и проходит три раза в год. Летняя открылась в Сочи уже в 11-й раз. По традиции здесь представлены всевозможные изделия именитых российских и зарубежных ювелирных домов, часы, столовые приборы и посуда, коллекционное оружие, антиквариаты и многое другое. Нынешняя выставка отличается не только площадью, но и развлекательной программой. Также золотая ярмарка совмещена с выставкой-ярмаркой «Фэшн-салон», где женщины могут приобрести одежду и аксессуары. Кульминацией станут многочисленные розыгрыши. Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей. Супер-розыгрыш главного приза – планшетного компьютера – состоится в последний день работы выставки – 30 августа в 13 часов. Ну а ежедневно в 16 часов в выставочном павильоне у Морпорта разыгрываются ювелирные украшения, билеты на шоу-программы и аттракционы «Скай-парка». Организатор «Золото летней столицы» – выставочная компания «Сочи-экспо».